воскресенье 27 ноября в Бельском лицее имени Михая Минеску состоялся матч 4-го тура чемпионата Республики Молдовы по баскетболу. За победу боролись бельская команда «Баска» и тираспольский клуб «Спарта». В протяжении всего матча команды шли нога в ногу. На каждый забитый мяч тираспольчан «Баска» тут же контратаковал и забивал ответный. Счет был равным почти всю игру. Перехватить инициативу бельчанам удалось лишь к концу матча. На последних минутах наша команда опережала соперников всего на несколько очков. А затем «Баска» удалось забить штрафной. И игра завершилась со счетом 71-64 в пользу бельских баскетболистов. Следующий матч «Баска» проведет 4 декабря в Кишиневе. Бельчанам предстоит встреча с кишиневской командой «Адмирал».